Всем привет, с вами Велстрана и добро пожаловать в наш короткий обзор велосипеда от компании Aspect, модель Air 2022 модельного года. Это горная модель велосипеда, которая прекрасно подойдет начинающим велосипедистам, так как эта модель Hardtail заточена в первую очередь на комфортную прогулочную езду, и геометрия рамы здесь такова, что посадка будет достаточно расслабленной и комфортной. Рама же сама выполнена здесь из алюминиевого сплава 6061 серии. Здесь батированные трубы, двойной батинг применяется к этой раме. Также трубы профилированные, что дает раме хорошую жесткость. Обратите внимание на то, как здесь заполированы сварные швы. Велосипед выглядит действительно очень монолитно и аккуратно, что редкость для большинства алюминиевых рам. Внутренняя проводка тросов здесь также присутствует, чтобы опять же велосипед выглядел аккуратнее эстетически. Рулевой стакан у рамы здесь современный конусный, крепеж заднего тормоза здесь внутри заднего треугольника тоже современный стандарта постмаунт. Внутри переднего треугольника можно установить дополнительный флегодержатель или компактный велонасос. У рамы также есть крепеж под установку полноразмерного болтового багажника для всех любителей туристической деятельности. Вилка у велосипеда здесь у нас от японской компании Santur, это модель XCT30, то есть диаметр ног этой вилки у нас 30 мм, у нее ход 100 мм, и из регулировок есть возможность жесткости пружины, есть возможность полностью заблокировать вилку, сама вилка пружины эластомерного типа. Колеса у велосипеда размерностью 27,5 дюймов в нашей версии, но также этот велосипед вы можете найти в версии на большем размере колеса на 29, если вы, к примеру, более рослый пользователь. Обода у велосипеда фирменная от компании Aspect, обычный алюминиевый обод с двойным профилем, втулки от компании Joytech на насыпных подшипниках и спереди, и сзади. Покрышки установлены здесь от компании CST с универсальным протектором, который прекрасно подойдет как под плотное грунтовое покрытие, так и под езду где-то в городской черте по асфальту. Переключение передач, и здесь оно от японской компании Shimano, что опять же очень-очень хорошо. Оно здесь серии Altus, это и монетки на руле, и передний переключатель под три ведущие звезды, и задняя перекидочка серии Altus наиболее современного поколения на 9 передач и 9-скоростная кассета на заднем колесе. Шатуны здесь от компании Pravil, модель MPE, она соответственно у нас под три ведущие звезды и с каршерной кареткой под квадратный вал. Тормоза на велосипеде здесь дисковые, гидравлические, от компании Tectra. В комплекте тормозные диски на 160 мм спереди и 160 мм сзади, а сами же тормоза — это начальный класс гидравлических тормозов, но проверенный временем надежная гидравлика, которой обычно ни у кого нет никаких претензий. Рулевое управление здесь шириной на 720 мм, руль с небольшим подъемом, как и вынос с подъемом на 6 градусов, чтобы посадить вас как раз в более комфортную расслабленную посадку. Седло фирменное от компании Aspect, оно с небольшими мягкими вставочками анатомической спортивной формы и крепится на алюминиевый подседельный штырь с одноболтовым зажимом рамок седла. Если вы хотите еще более подробно познакомиться с этой моделью велосипеда, посравнить ее вживую с конкурентными моделями, точно подобрать размер под свой рост, то приходите в любой из магазинов Велострана. А также вы всегда можете заказать эту модель на нашем сайте с доставкой по всей России.